Всем приветик. Давно не записывал, все что-то как-то не до этого. Вот, а и работа неинтересная такая была. Вот так, что у нас уже ноябрь, еще видите, загораем понемножку. Ну еще чуть-чуть осталось. Уже обещают там скорое похолодание. Ну, надеемся, что они обманывают. Чуть-чуть сегодня выходной. Домашние дела. Машину вот пропылесосил. Нужно чуть-чуть сейчас генеральную сделать уборочку перед зимой, потому что потом будет холодно и не очень будет это хотеть. Сейчас опять все протру, помою хорошенько. Вот, собачке надо прибраться. Уже неделька прошла, уже опять там понавалял, надо все убирать. Да, Рэй? Ну. Ага, все, скажи, жив-здоров. Да. Сарайчик разметил, все никак тоже не начну. То одно, то другое. Ну, работа все равно не дает. Чуть-чуть купили деревьев, вот понасажали еще деревьев. Рома тут уже кучу эту песка все поразворотил из-под бассейна. А все равно она лежала за зиму. Один фиг пришлось заказывать еще, поэтому пускай играет, пока хочется. Потом еще закажем, подровняем площадку. Так, все. Все по-старому, все потихоньку. Сейчас пойду водички налью, буду намывать салон. Потом, может, еще и снаружи. Ну, в общем, все. Напылесосил, короче, набрался сил, еще и помыл машину. Одну и вторую тоже сполоснул. Надюх вышел, протерла только. Все теперь чистенькое. Давно уже не мыл, колесики натер. Сегодня еще день посещения у меня. Структур. Жаловался на электриков, что у них напряжение недостаточное. В общем, после... Тут у нас же был ЧП большое. Убило человека при замене трансформатора. Ну, еще и двое пострадали. Ну, не знаю точно, живые, не живые. Говорят, что тоже погибли. Ну, в общем, вот приезжал он сегодня, мерил напряжение тут. Он только уехал буквально. Смотрю, еще какие-то машины подъехали ко мне. Манипулятор. Ты, блин, привезли трубу, короче. Это, оказывается, газовщики. Сегодня в честь праздника они все тут что-то работают. Так вот, привезли, короче, такую трубу. Сказали, на следующей неделе начнут монтировать. Трубу будут закапывать. Не знаю, посмотрим, как все это будет идти. То есть газ здесь у меня пойдет под землей. Чего вы скопились? А, травки хотите? Щипнем чуть-чуть им травки. Дождики пошли, травка полезла. Видите, прям свежая-свежая. Это все лето. Стояло все желтое, это вот прям, смотрите, какая она. Свежачок. Да, цыпки. Цыпок еще докупили, чтобы побольше было свеженьких, молоденьких. Еще хотите? Как еще не привыкнут. Еще старые их гоняют. Молодых. Но уже все, хоть стали выходить, не бояться. А тут первую неделю вообще сидели в сарае, не выходили даже на улицу. Ну вот как-то так. Погнал я. Дальше убирать все там. Теперь барбосик на очереди, но сейчас надо согрести, все помыть ему. Да, Рэй, иди ко мне. Идем.
Ах ты пес, ухо давай почешу. Давай ухо почешу. Давай, давай ухо. Ухо давай. Давай. Ну, нежданно-негаданно оказался в Анапе. Нахожусь на за 40 лет Победы на высоком берегу. Видите, за мной вот это поле. Вот здесь еще ничего не построили. Действительно, как было здесь трава, так и есть. Вон у нас 40 лет Победы. Где-то 20-21 градус. Но ветерок такой все равно с моря уже свеженький дует. Море приостыло. Оттуда снизу ветерок, вот сюда отходишь, такого нет ветра. А? К краю подходишь, вон оттуда снизу поднимается ветер. Пойти дойти, здесь где-то рядышком эти новые эти ступеньки. Где-то недалеко должны быть. Сейчас пойду дойду, спущусь вниз. Потрогаю воду. Ну, по этим, по прогнозу погоды смотришь, вода вроде показывает у них 18 градусов. Здесь никто ничего не это самое, не построил, ну и как бы смотрю, мусора нет. То есть убрали здесь мусор. Раньше здесь я на велосипеде, когда приезжал, здесь было прям куча мусора валялись. Все, и салфетки эти. Сейчас более-менее все прям, ну, чистенько. Нет такого. То эти салфетки одноразовые здесь вообще летали, бутылки. Все, сейчас просто вот трава сухая. Первый раз вообще спускаюсь я по этим ступеням. Такие в железные. Еще ни разу мне еще не приходилось здесь. Площадка для передышки. Ну, а, конечно, тут нагородили влево, вправо. Туда, сюда, вон туда. Светодиодные фонари даже здесь есть, чтобы ночью ходить. Море у берега грязное. Немного штормит. Главное не упасть. Поэтому, наверное, отключусь пока. Если наверху прохладно, здесь тепло. Я разделся. Прям классно. Люди купаются еще. Thank you.
Море прям разбушевалось, аж распенилось такое все. Ой, блин, чуть меня ругается. Меня намочить захотело. Неожиданно прям, понимаете, волна вроде небольшая идет, а прям как бахнул, до меня достало. Вроде до этого смотришь, еще и больше были, они доставали, а это такая незаметная, намочила немножко. Классно прям вообще сидишь, прям бесконечно, наверное, можно сидеть. Так, ладненько, пойду еще туда чуть-чуть пройдусь, погляжу. Блин, снимать больше не могу, батарейка на телефоне почти на нуле. Сегодня дома не ночевал, поэтому остался с незаряженным телефоном. Вот так получилось неожиданно. Короче, сейчас Надюха там пока занята, я пошел прогуляться. Она там немножко по работе пошла. Вот, я говорю, я пойду пройдусь, посмотрю на море, погуляю. Так что давайте всем пока, до новых встреч.